с дебютом тебя в составе томской команды на нашем стадионе. Как ты считаешь, как тебя приняли болельщики? Ну, хорошо. Самое главное, что сегодня я выиграл эту игру. Это самая тяжелая игра. Выиграл соперника, который борется с нами за выживание в лиге. И все. Спасибо болельщикам. И продолжаем эту работу нашу. Огнен, сегодняшний матч ты очень часто начинал дальними пасами атаки нашей команды. Это установка или ты взял на себя такую роль сам? Нет, так получилась игра. Тогда еще один вопрос. Ты приехал к нам из Хихонского спортинга, из испанской Ла Лиги. Играл против Барселоны в том числе. Как тебе возвращаться в российскую премьер-лигу? Нормально. Это я рассчитываю Россию как мой второй дом. И я привык сразу, быстро. Это мне это 50-я игра в России. Так легко играть, нормально. И еще вопрос. Как тебя приняли в команде? Нормально, хорошо. Спасибо всем игрокам за это. С победой!